Друзья, вот они, наши ребята, потихонечку собираются вот, от зеленого трака и дальше пошли. Вот Пашка подтянулся сегодня, Димка Малыш, батюшка, Серега, Илюха, Саня. О, глайдер котяру открыли своего. Так что наши потихонечку ребята подтягиваются, вот они тусуются. Что вы в тенечек спрятались, да? Бля, понаоткрывали капоты. Ай-яй-яй, ну вообще. Так, народ, сегодня я вам хочу показать один трак. Один из самых жестких, так сказать, кастомных траков в Америке. То есть то, что ребята сделали с этой машиной, это просто невероятно. Давайте пройдемся по этой машине и покажем вам, что на нем сделано. А, сейчас я узнаю, какого это года, тоже интересна машина. Я не уверен, какого он года, но это 379-й Peterbilt. Посмотрите, вот эта стена. Здесь должно быть куча-куча проводов. Если кто наблюдает за моим каналом, вы можете это видеть. Здесь трубки идут, всякие провода, шланги, куча-куча всего. На этой машине все полностью убрали. Это называется tucked-in провода, как бы все спрятано, видите? Все в раме. Андрюх, засними здесь, покажи в раме внутри. Вот они все провели в таких нержавеющих оболочках. Все красиво, аккуратненько сделано. Двигатель выкрашен в синий цвет с хромированными деталями. Смотрите, такие детали, как, например, крепление для капота. Видите, полностью убраны болты, все зашпаклевано, все заварено. Выглядит, как будто оно просто туда приклеено, видите? Также с воздушными баками, видите, нету стропов. То есть как будто они просто висят ни на чем. В основном они идут с такими металлическими стропами. Все убрано. Двери сделаны suicide, то есть в обратную сторону, как на Rolls-Royce открываются двери. Полностью салон перешитый, все переделанное. Пройдемся сюда. Здесь сделано просто сиденье. Это чисто шоу-трак, это не рабочая машина. Видите, установлен диван. Красивый этот. Также баки, смотрите, установлены крышки. Все швы на баках, все стерто абсолютно, все убрано, чтобы были гладкие, ровные. Также рамы, смотрите, ни одного болта. Все болты убраны на машине. Также эти крепления. Ни болтов, ничего нету, все выглядит, как будто просто взяли и приклеили, понимаете? То смотрите, насколько все это, как игрушка. То есть эта машина реально выглядит, как игрушка. Смотрите, насколько идеальный. Вот, Андрюх, ты сними туда, снимай экран, насколько меня видно. Все отполировано, это нержавейка, листы нержавейки. Обтянут полностью передняя стена нержавейкой, просто бомба. Также, смотрите, пятое колесо, друзья. Полностью все болты, все убрано, все закрыто. Видите, как будто просто его поставили, приклеили на раму. Смотрите, на раме нету ни одного болтика. Абсолютно вы не найдете нигде ни одного болта. Крепления все сделаны, тоже закрыты. Но также на самой раме. Андрюх, иди с этой стороны засними. Покажем вот этот кадр отсюда вам. Ни одного болта на раме нету, друзья. Все сделано просто удивительно. И да, часто очень спрашиваете, если это легально в Америке, если это на это нормально полиция относится, все такое. Да, друзья, эта машина может завтра выехать в рейс, но он ездит и так по Америке, по разным трак-шоу. Он едет по американским дорогам, и он имеет свои номера, все, то есть, как положено компании, его могут оставить на весовой и проверить. У нас в Америке это разрешается, все эти переделки легальны. Никто никаких вам претензий не сделает. Вы можете делать с машины все, что вам вздумается. То есть это вообще уникальный трак. Посмотрите, задний хвост также сделан, как будто он переливается из рамы на заднюю часть крепления фонарей и все такое. Посмотрите, нету никаких швов, никаких переходов, ничего. Просто все гладенько, как будто это одним куском все сделано. То есть настолько детально этот трак проработан. Понимаете, хромированные ручки, хромированные упоры, проклеенная синяя изолента. Отражающая изолента. Весь прицеп полностью прокрашен, алюминиевый прицеп прокрашен полностью.
под цвет рамы у трака. Также задний хвост сделан, все закрыто, все спрятано. Уникальная, просто уникальная машина, уникальный билд. Кто-то вложил сюда нереальное количество денег. Давай еще хвост глянем, как хвост выглядит на нем. Смотрите, какая красота. Все, задняя панель вся в хроме. Прокрашенная рама. Куча фонариков. Просто удивительно. Бомба. Все диски прополированные до зеркала. Также крышечки. Очень классные крышки, мне нравятся. Они накрываются, что не видно ни болтов, ничего. То есть как будто колеса тоже, понимаете, приклеенные без болтов. Вообще уникально. Просто весь этот билд сделан супер, обалденно. Как вам? Что скажете? Пишите свои впечатления. Как вам нравится эта машинка? Здесь нереальные деньги, ребят. Здесь закапанные сотни тысяч долларов. Чтобы сделать такой аппарат, это стоит нереальных денег. Это какая-то компания, она имеет флит, то есть какой-то парк машин, и у них есть деньги, которые они, вместо того, чтобы списывать, чтобы отдавать дяде Сэму, так налог платить, они этот налог используют, строят такие машины, и потом все это списывается на налог. То есть вы можете в Америке вкладывать деньги в свою машину, и это не вместо того, чтобы платить налог. То есть его, грубо говоря, налог вкладывать в эту машину. И да, ребят, это 2003 года машина. То есть это точно такого же года трак, как мой Бизон. Представьте, они одногодки, третий год. У него 304 база, чуть-чуть длиннее, чем моя. У меня 300 ровно, здесь 304. 550-й катерпиллер стоит. 550 лошадиных сил катерпиллер, 18-ступенчатая коробка передач. Трак-бомба. Просто бомба. Еще маленькую деталь показать, насколько человек отнесся скрупулезно к работе этой машины. Посмотрите, вот допустим хомуты, да, пластиковые хомуты используют, чтобы проводочки не отваливались, да. Посмотрите, они использовали железные нержавеющие хомутики. Посмотрите, вот на шланчиках здесь, то есть чтобы не были черные хомутики нигде, понимаете? Они сделали все хромированное. Посмотрите, хромированные. Ну, это нержавейка, вернее, как бы не хромированная, нержавейка, нержавеющие хомутики. То есть настолько скрупулезно эту работу делали. А теперь вот смотрите, ребят, также с этой стороны стена. Видите, она абсолютно чистая. Ничего нету, ни проводов, вы ничего не видите. Вот рядом стоит трак. Я хочу вам показать, насколько стена напичканная у Питербилда. Сколько было убрано. Посмотрите, все вот это вот абсолютно убрано и переведено в такой невероятный вид. Представляете, сколько проделано работы? Это огромная, ну, огромный респект тому, тем ребятам, кто делал этот проект. Это не один человек делал, это много людей собирали эту машину. Также у него здесь, если вы, кто следит за классикой, они знают, у Питербилда крепится на капоте вот здесь вот резиновые замки для того, когда вы закрываете капот, вы резиновым замком его замыкаете. К сожалению, этот трак тоже урезанный, но
Красавчик. Но смотрите, как они сделали. Видите, они внутри и крепятся вот здесь вот за колесом. Это неудобно, но это очень красиво. И это, знаете, такая маленькая деталька. И еще хочу вам показать одну вещь. Я думаю, вы же заметили, но если кто не заметил, посмотрите. На дверях нет абсолютно ручек. То есть они открываются с пульта, отскакивают. Также и задняя дверка, видите. С обеих сторон две двери стоят полноценных. И у них нет ручек. То есть полностью все вот эти skins, да, то есть как поверхность была заменена на новую без выреза для ручек. Респект. Просто нереальный респект тем ребятам, кто сделал эту колоссальную работу. Друзья, еще один уникальный трак стоит, сосед, так сказать, вот этого голубо-зеленого трака. Черно-бирюзовый. Посмотрите на этот салон. Все очень... Я не знаю, как это сказать, понимаете? Настолько все детально, аккуратненько, все так вот сочненько сделано, прокрашено. Просто, ну, вау. Я не знаю, как это выразить. Ребята потратили нереальное время навести такой обалденный порядок. Красоту такую. И это рабочая машина, друзья. Это не выставочный экспонат. Это именно рабочая машина. Вот это черный. Это 19-го года Peterbilt 379 с катерпиллером двигатель, покрашен в черный цвет. Рабочая машинка, рабочая лошадка. У него стоит, это та, 3406 катерпиллер, 850 лошадиных сил, 334 мосты, таскает коровник, ну, скотовоз, грубо говоря. Аппаратик тоже шикарный. Экспонатов здесь очень много интересных, красивых машинок, которые люди вложили в свое время, свои силы и свои средства. Смотришь, и глаз просто радуется. Это не объяснить, это прекрасное чувство, когда ты видишь такие аппараты. Так... Ну что, ребята, давайте мы вас прокатим по трак-шоу и просто в линию посмотрите, какие экспонаты здесь выставлены сегодня. Детально снимем всего лишь несколько траков для вас, а в среднем просто покажем вообще, что здесь сегодня припарковано.
Также, друзья, куда американские грузовики без дома на колесах? Это рабочая машина, которая имеет огромную спалку, практически однокомнатную квартиру внутри, сзади, вернее, вашего грузовика. Вы можете остановиться в любом месте автономно, в туалет сходить, душ принять, приготовить себе что-то там, установленные печки, холодильник, душ, туалет, все есть абсолютно. Все удобства, которые вам нужны для человека, они там имеются. Включая генератор, электричество, все абсолютно. Вот он еще один аппарат. Значит, это у нас получается Peterbilt 359 Extended Hood, удлиненный капот. 85-го года, то есть он даже старше меня на один год. 370 задние мосты, стоит 15-ступенчатая коробка с овердрайвом. 3408 8-цилиндровый двигатель. Вот тоже рабочая машина, друзья, с 8-цилиндровым аппаратом. Очень старинный двигатель, полностью механический. Они уже давным-давно не выпускаются. И на фуре, да, то есть на грузовике найти такой двигатель – это большая редкость. Их осталось буквально считанные машины. Очень неудобно подлезть, что-то делать, ремонтировать, как-то мелочи какие-то делать очень неудобно. Поэтому я не думаю, что их раньше даже любили, да, то есть они не прижились попросту. Шестерка рядная намного проще, экономичнее, лучше и мощнее. Как-то так.